Антиазербайджанские высказывания министра иностранных дел Литвы Габриэлиша Ландсбергиса во время заседания парламентской ассамблеи Совета Европы 2 октября беспочвенны и неприемлемы. Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря министра иностранных дел Азербайджана Эйхана Гаджизаде. Мы хотим напомнить министру иностранных дел Литвы, который сказал о том, что сотрудничество между Азербайджаном и Советом Европы зашло в тупик, призвал к диалогу с ПАСЕ и решению открытых вопросов, что не Азербайджан прекратил диалог, а те 76 парламентариев, поддержавшие несправедливую инициативу о прекращении полномочий азербайджанской делегации в ПАСЕ. Даже после нарушения устава Совета Европы и превышения полномочий ПАСЕ, азербайджанская сторона продемонстрировала свою открытость к диалогу и искреннюю заинтересованность в разрешении ситуации. Видимо, литовскую сторону, являющуюся председателем Комитета министров Совета Европы, совершенно не беспокоит лишение Азербайджана прав в ПАСЕ, заявил Гаджизаде. Он отметил, что предвзятый подход к Азербайджану внутри ПАСЕ в последние годы, особенно после освобождения наших территорий от армянской оккупации, являются попыткой бросить тень на позицию в Баку, основанную на международном праве и справедливости. Быть представленным в ПАСЕ – право Азербайджана, и необходимо безоговорочно обеспечить это право. Что касается утверждений о запрете на въезд в Азербайджан депутатов ПАСЕ из-за их голосования о полномочиях азербайджанской делегации, то данное решение было принято в рамках нашего суверенного права на основании законодательства Азербайджанской Республики и соответствует практике многих стран, в том числе государств-членов Совета Европы. У нас нет желания или обязательств видеть в Азербайджане членов парламента, которые не хотят видеть представителей Азербайджана в ПАСЕ. Пресс-секретарь МИД Азербайджана также решительно осудил необоснованные утверждения Ландсбергиса о правах человека в Азербайджане, отметив, что в нашей стране в полной мере соблюдаются все основные права и свободы в соответствии с национальным законодательством и Европейской конвенцией о правах человека. В корне неверно преподносить расследование, начатое на основании вещественных доказательств и проводимое в соответствии с требованиями закона, как санкции, ограничивающие свободу выражения мнения, подчеркнула Эйхан Гаджизаде. Говоря о правах армян, добровольно переселившихся в Армению из Карабахского региона Азербайджана, литовский министр почему-то умалчивает о правах более 300 тысяч азербайджанцев, изгнанных с территории Армении. Вместо того, чтобы выступать с такой предвзятой позицией, литовскому министру лучше обратить внимание на свою деятельность, а также призвать ПАСЕ предпринять шаги для восстановления диалога и сотрудничества с Азербайджаном.